Большое спасибо за приглашение. Приглашение на такую замечательную встречу. Я, конечно, мы сегодня говорим об очень острых темах, связанных с раком печени. И у меня примерно 20-25 минут, и я постараюсь вам представить некоторые мысли, факты, связанные с раком печени. И не только в контакте гепатоцеллюлярной карциномы, но и в рамках других опухолей, потому что мне кажется, что сейчас клиническая практика, наверное, еще преждевременна с точки зрения таргетной терапии. Here is my disclosure. Вот что мне хотелось бы сказать о том, чему будет посвящено мое выступление. Да, конечно, это карцинома, которая вызывает к высокой смертности. И население очень часто оказывается вследствие злоупотребления алкоголем в такой тяжелой ситуации, потому что они подвержены подобного рода ракам. И надо 80% HSS – это в основном проблема, связанная с склеротическими изменениями печени. И все это чревато очень большими и серьезными осложнениями. Безусловно. BCLC – это опухоль, которая отличается от других солидных опухолей. И требуется дополнительная система, особая система стадирования для того, чтобы определить статус пациента. И лучше здесь мы можем говорить, именно делать так, для того, чтобы принимать соответствующие решения. Я сейчас не буду говорить об этих решениях. Хотелось бы всего несколько комментариев сделать. Большая часть пациентов диагностируется на этапе, когда можно сделать абляцию, трансплантацию или резекцию. Но что же касается других пациентов, у которых еще ограничены весьма поражения, но все-таки эти поражения есть. О каких стадиях мы можем здесь говорить? Сам термин HCCC с широким распространением применяется к пациентам с метастазами, и с симптомами заболевания. Но сюда мы включаем также пациентов на ранних этапах, которые не являются кандидатами на локорегиональную терапию. Есть другие ограничения здесь, о которых надо говорить, которые связаны с недостаточной функцией печени. Мы с вами сталкиваемся с такой ситуацией, да, Барселона Би, когда мы говорим о гетерогенном этапе, гетерогенной стадии. Но есть и промежуточная стадия. Она является весьма гетерогенной, как вы видите здесь, с точки зрения опухолевой нагрузки и функции печени, которая может быть в широком диапазоне от ситуации с компенсацией и декомпенсацией. Мы можем говорить, что в большинстве случаев очень трудно принять непосредственные медленные решения. Как вы видите, практически ко всем активным веществам эта опухоль оказывается резистивной. И, конечно, мы можем говорить об определенных возможностях увеличить реактивность и ответ, но это не говорит о том, что улучшится качество жизни и уровень выживаемости. То есть, поэтому во многих случаях не рекомендуется использовать химиотерапию.
Ну, теперь сарафениб. Сарафениб предписывается в соответствии с рекомендацией различных исследований, которые были ему посвящены. Но было совершенно ясно продемонстрировано для улучшения выживаемости. Здесь не найдено, не было никаких положительных решений. Конечно, сарафениб дает очень положительный эффект на более позднем этапе и в клинически заранее определенных подгруппах. Но это не так важно на промежуточном этапе и даже на более ранних стадиях после абляции и после резекции. Этот препарат не может предупредить возникновение рецидивов. Ленвотениб сравнивается с этим препаратом в рандомизированных исследованиях. И оказывается, что он оказывается менее значимым препаратом. На самом деле мы можем говорить об улучшении уровня выживаемости. И это характерно для этапа прогрессии. Но, однако, общая выживаемость не улучшается. Таким образом, ленвотениб и сарафениб могут использоваться в качестве препарата первой линии. Но, конечно, есть определенная корреляция, связанная с токсичностью этих препаратов. Ленвотениб и другие препараты использовались активно весьма. И, конечно, анализ был проведен на токсичность. И выделить здесь корреляцию ленвотениба с ОС. Это означает, что гипотироидизм хорошо коррелирует с общими результатами по выживаемости. То есть клинические дозы помогают в лечении и могут рекомендоваться на следующий этап лечения. Но каким же образом мы можем выбрать тот или иной препарат? Есть, конечно, определенные ограничения, которые заранее предписаны в критериях. Ну, например, это размер и объем опухоли. Это пациенты с высокой нагрузкой опухолевой. И в нашей клинической практике мы должны учитывать эти факты. В противном случае мы можем говорить о сходстве реакции на эти препараты. И что касается токсичности сарафениба, здесь наблюдается диарея часто. По сарафенибу. Что касается ленвотениба, то здесь у нас нет значительных таких указаний. На самом деле, в основном здесь наблюдается эффект, который совершенно неприемлем для определенных пациентов. Например, это могут быть сердечно-сосудистые осложнения и нарушение гепатофункции. И это, наверное, абсолютные противопоказания для некоторых пациентов. Для этих пациентов, наверное, нужно искать другие варианты лечения. Как видите, что для заболеваний, ограниченных печенью, мы можем, конечно, найти такой вариант, который здесь представлен. Конечно, для российских пациентов он является весьма ограниченным, потому что да, у нас есть исследования по рандомизированным исследованиям, которые, к сожалению, не показывают преимущества одного или другого препарата с точки зрения выживаемости. Но несмотря на вопросы, связанные с ответом, иногда позитивным. В принципе, общие результаты у нас являются негативными. Мы на самом деле не знаем, что было потеряно
в процессе исследования при использовании разных препаратов с учетом или без учета конкретных характеристик групп. Вот эта группа пациентов, очевидно, отличается от первой группы, потому что здесь есть примерно 40% пациентов, которые начали лечиться серафинидом. Серафинид, на самом деле, это кандидаты для других лечений. Есть исследования, которые говорят о том, что можно использовать и регорафениб, и другие исследования есть, Celestial, которые говорят о том, что кабозантиниб оказывается более эффективным, чем плацебо, и REACH2, рамосилитураб. Я не ожидаю, что эти препараты будут использоваться на первой стадии, как препараты первой линии. Но мне кажется, что должны всегда быть дополнительные варианты для наших пациентов с этим видом рака. Мы также должны помнить о том, что пациенты испытывают прогрессию заболевания независимо от использования того или иного препарата. И иногда регорафениб, кабозантиниб, рамосилитураб уже препараты одобрены FDA. И это происходит потому, что уровень выживаемости соответствует тому, что ожидается при использовании этих трех активных препаратов. Нет основания считать, что рамосилитураб будет лучше, чем другие два препарата в группе, в одной или другой подгруппе. Есть, наверное, преимущество для некоторых групп, тем не менее. И мы можем говорить здесь о том, что препараты имеют разные цели. Вполне возможно, конечно, клетки, которые находятся под воздействием того или иного препарата, вырабатывают определенные свойства, которые начинают оказывать защитное действие. И моноклональные антитела, ингибиторы здесь должны быть учитаны. Мы должны понимать, каким образом воздействуют на них препараты, для того, чтобы ни в коем случае не обескровить иммунную систему, для того, чтобы она продолжала осуществлять защиту. Существует целый ряд исследований, где ниволумаб и пембролизумаб демонстрировали сходные результаты в различных группах пациентов. И они одобрены для использования в рамках препаратов второй линии, как в рамках терапии второй линии, как в США, так и в ряде других стран мира. Общая выживаемость, как вы видите по данным графика, значительно продлевалась. А многие из наших пациентов, многих наших пациентов были живы через 2 года после проведения терапии. Исследование первой фазы по чекпоинт-ингибиторам у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой и резистентностью к серафинибу. Это исследование не соответствовало статистическим критериям ни по безрецидивному, ни по общему выживанию. И по результаты этого исследования в плане размера выборки, уровня реакции, длительности реакции были вполне совместимы с теми, которые были получены в исследовании Keynote. Мы видим, что медиана увеличения от 10,6 месяцев до 14 месяцев
при P0238. Данные показатели являются очень хорошими, однако они не соответствуют прогнозируемой значимости 0,0174. Таким образом, в условиях терапии второго ряда пембролизумаб может данные по пембролизумабу были совместимы с данными исследования, которое проводилось несколько лет тому назад для Азиатско-Тихоокеанского региона. И сейчас у нас возникает ситуация, когда мы можем выбирать из пяти препаратов, но можем выбрать только один или два. Наше решение должно основываться не только на ожидании, на наших ожиданиях в отношении токсичности. Мы не можем игнорировать предпочтения пациентов. Мы должны обсуждать выбор терапии всеми участниками, с участием всех членов многопрофильной бригады. Какова молекулярная и иммунокомпетентная классификация гепатоцеллюлярной канцерогенома? Существует два класса ГЦК. Это проферативный класс, непроферативный класс. Таким образом, здесь необходимо классифицировать опухоль по субклассу, как определить иммуноактивный субкласс. Нас очень интересуют все прогностические факторы для ингибиторов, позитивные и негативные факторы, такие как CTN1 мутация, возможные отрицательные прогностические факторы, может быть смещение, каким образом состояние иммунной системы может быть изменено с иммунонекомпетентного на иммунокомпетентный. На последнем совещании АСКО общие данные по выживаемости для трех когорт, данные исследования, которые представлены на последнем совещании АСКО, и данные выглядят довольно... довольно многообещающими, перспективными. И для пациентов, которые реагировали на данное лечение, выживаемость была продемонстрирована очень хорошая. Кроме того, довольно значительное влияние на ситуацию оказывают ингибиторы фактора роста сосудистого эндотелия. И иммунотерапия может сочетаться, приниматься в сочетании с антиогенными препаратами. Бевацизумаб и ателизумаб в качестве препаратов первой линии. Эта схема лечения была классифицирована FDA как прорывная. Анализ независимой комиссии продемонстрировал, независимой группы продемонстрировал результат менее 30%. Мы должны с большой осторожностью подходить к результатам, полученным в рамках исследований, выполненных на маленькой выборке. Что нам известно о пациентах с
болезнью Child-Pugh. Популяция ограниченная, но она существует. Необходимо учитывать, что у пациентов с Child-Pugh высокая вероятность побочных эффектов. Трудная группа пациентов включает в себя больных с фибромиалярной карциномой. Не существует схем с доказанной эффективностью, с подтвержденной эффективностью для данного заболевания, для сочетания обоих данных заболеваний. У пациентов после трансплантации данная группа пациентов являются очень ценными кандидатами для дальнейших исследований. Отторжение трансплантатов фиксировалось в 50% случаев. Существует необходимость в иммунотерапевтических исследованиях у данной группы пациентов. И теперь мы начинаем системную терапию гораздо раньше. У нас есть 7 доступных препаратов. Возможно, у пациентов пациентам потребуется терапия помимо второй линии. А что мы в данном случае имеем? Препараты третьего ряда никем мы никогда не исследовались. Таким образом, нам необходимо принимать решение в отсутствии надежных данных об эффективности. И теперь перейдем к выводам. Сорафенип и левантинип являются стандартом лечения для первого ряда терапии у пациентов с распространенной гепатоцеллюлярной карциномой. Пациенты с ГЦК имеют и противопоказаниями к ингибиторам фактора роста сосудистого эндотелия могут быть рассмотрены, могут быть и может быть назначена иммунотерапия в рамках терапии первого ряда. Мы ждем радикальных изменений в стратегиях лечения рака печени, и это будет происходить в рамках чекпоинт. Изучение ингибиторов, чекпоинтов. Мы можем рассматривать такие альтернативы лечения, как CPI-CPI, CPI плюс плацебо. И сегодня у нас есть 7 препаратов с подтвержденной эффективностью. Необходимо учитывать критерии отбора. И вот с таким великолепным инструментарием мы готовы продолжить нашу борьбу с гепатоцеллюлярной карциномой. Мы приближаемся к пониманию того, каким образом эффективная иммунотерапия помогает в лечении данной патологии. Проводится огромное количество клинических исследований. Их результаты должны учитываться при выборе оптимальной стратегии ведения пациента. Спасибо. Валерий, спасибо за великолепный доклад. Возможно, у аудитории есть какие-то вопросы. Николай, пожалуйста. Большое спасибо за великолепную презентацию. Мой вопрос связан с АЦЦ. И скажите, пожалуйста, могут ли... Возможно ли назначение описанных вами стратегий лечения у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой без цирроза печени? Это очень интересная тема. Каковы
каковы наилучшие стратегии лечения пациентов с отсутствием сочетанных патологий, с гепатоцеллюлярной карциномой и отсутствием других патологий печени. Возможно, следует искать другие виды терапевтической помощи, потому что существуют средства из этого спектра. Может быть, стоит обсудить ингибиторы мультикинеза, такие как левотимиб, у пациентов с раком печени. Возможно, изменение дозировки, я не знаю. Мы пытаемся разработать химиотерапию для таких пациентов. Многие из них реагируют неплохо. Однако в этой ситуации, не знаю, как насчет пациентов с вирусным гепатитом, но и в этой ситуации тоже. Но мы пытаемся назначать химиотерапию у пациентов с после трансплантации печени. И мы не знаем, может быть, и получим какие-то результаты в данной группе пациентов. Спасибо. Другие вопросы? Сара? У меня очень практический вопрос, очень сходный с тем, который я задавала Никола раньше. И существует сегодня несколько терапевтических средств для лечения данной патологии, но не существует научно обоснованной, доказательной какой-то схемы. Скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какой-то предпочтительный клинический алгоритм, который вы используете в своей клинике, например, в плане назначения терапии второго ряда? Спасибо за этот вопрос. Видите ли, мы довольно ограничены в России в плане выбора терапии второго ряда, препарата второго ряда. У нас есть только две опции – ниволумаб и, может быть, в недалеком будущем – пембролизумаб. У нас нет доступа к равосинумабу и кабозантину. И кроме того, и вот почему я обычно назначаю таким пациентам, у которых наблюдается прогрессирование в зависимости от сочетанных патологий. И я не наблюдаю различия между разными последовательностями приема препаратов. Я уверен, что вы совершенно правы. Вы, конечно, совершенно правы. Необходимо клинические исследования, результаты клинических исследований по секвенированию. Что нам делать после этого? Это открытый вопрос. Вопрос остается открытым. Спасибо. Еще один вопрос, который связан скорее с препаратами первого ряда. Вы все еще применяете сарафемиб. Левотинип, он разрешен к использованию в России? Да, несколько месяцев тому назад это произошло. Некоторые из наших пациентов его уже получают. В нашей клинике мы лечим пациентов в рамках клинических исследований. У меня есть и другие варианты терапии, такие как иммунотерапия и иммунотерапевтические комбинации, схемы. Существует несколько исследований с использованием этих комбинаций. Мы также начинаем адъювантную терапию с ниволумабом и пембролизумабом.